сильных разрушений на Земле не зафиксировано, однако в 6 городах отмечены повреждения строений. Так частично обрушились стена и крыша цинкового завода в Челябинской области. Пострадал также Ледовый дворец. Где-то падали подвесные потолки. В регионе, а также в 4 других субъектах Федерации, в Свердловской, Курганской, Самарской и Саратовской областях, созданы оперативные штабы Министерства внутренних дел. Там продолжают мониторинг ситуации, на местах идет осмотр территории. Во многих районах по-прежнему не работает сотовая связь, сеть перегружена. Добавлю, падение новых метеоритов специалисты не прогнозируют.